Зависит ли от состояния пациента вероятность миграции филлера, который был введен? Скорее, вероятность возникновения нежелательного явления миграции продукта зависит от самого препарата. Безусловно, надо учитывать и принимать во внимание следующие аспекты. Активная физическая нагрузка, она может привести к незначительному смещению продукта. Профессиональная особенность, преподаватели, врачи-логопеды, дикторы, то есть профессии, которые связаны с активной выразительной артикуляцией, у этих пациентов существует незначительная вероятность смещения препарата, но все-таки в большей степени это зависит от состава выбираемого продукта.